Сложность игры. Здесь нужно знать вот что. Поселенец — это минимальный уровень сложности, божество — максимальный. Сложности поселенец, вождь и начальник — это те сложности, когда у вас есть какие-то преимущества перед компьютером. Точнее, компьютер имеет какие-то штрафы. Уровень князь — это как бы нулевой уровень, и вы и ваши соперники находитесь в одинаковых условиях. Никто не имеет никаких штрафов, никаких преимуществ. А вот уже король, император, бессмертный и божество — это те уровни сложности, где преимущество будет на стороне компьютера. То есть у них будет больше поселенцев, у них будет больше армия, больше золота, больше послов. У вас этого ничего не будет. Что нужно знать про уровни сложности? Сложности заключаются только в том, что у вас чего-то больше или чего-то меньше, чем у конкурентов. Искусственный интеллект, в принципе, всегда играет одинаково топорно, что на поселенце, что на божестве. Челлендж состоит только в том, что на максимальном уровне сложности вы находитесь в более слабой позиции численно. На низких уровнях сложности вы будете избавлены от того, что на вас кто-то нападет, например.